И первый поклон того, что стало ясно из нас, Азербайджан. Приветствуйте, Руслан! Четвертый четвертьфинальный поединок в среднем весе в 84 килограмма. Формат 3 по 5, соответственно. Удачи, бой. Покажите красивый бой. Все то же самое. И представитель азербайджанского клуба Baku As Fighters Руслан Наджифалиев, 27 лет, как гласит его статистика, чемпион Азербайджана по вольной борьбе и рукопашному полноконтактному рукопашному бою, призер чемпионата Европы по унибою, двукратный чемпион мира по К1. Здесь у меня как бы очень серьезное удивление, любопытно. 6 боев, 4 победы, 2 поражения. А у меня тем более, Дмитрий.
И вот посмотрите. И в треугольник сразу. Треугольничек без вопросов. Боец из Академии ММА Молдовии. Да-да-да, Павел Покатилов. Павел Покатилов, затылок на себя, руку, если до конца убрать, может усыпить вполне себе. Можно так сказать, что наш соратник по одноименному названию клуба. Уснул. Вот видите, за уснул и за уснул очень красиво. Вынуть капу, да, ноги сильно, вверх. Сильно уснул, очень сильно. Смотрите, на спину. Ноги вверх, подними его. Смотрите, ноги вверх, капу, потому что... Сам спортсмен пытается включиться. Да, проснулся. Ну, проснулся здесь. Никаких проблем нету. Не успели мы Павла Покатилова, представителя Академии ММА, представить. Чемпион мира по универсальному бою, чемпион Европы по панкратиону. 14 боев, 11 побед, 3 поражения. Я из клуба Академии ММА Молдавии. Максим, очень скрытный человек. У вас есть представитель Молдавии и Белоруссии, насколько мне известно, да, по названиям команд, да? Да, вообще здорово. Конечно, Академия ММА, как вы правильно знаете, Дмитрий, открывается все больше и больше во всех странах практически, во всех городах уже страны нашей великой России-матушки. Кстати, мне говорят о том, что там, в том числе и в Хабаровске открывается сейчас Академия ММА. Ну, соответственно, это такой очень сейчас популярный бренд, и он бежит по всей стране. И по всему миру со скоростью звука. Фантастика на самом деле. Вот этот бой получился. Павел походил, все сделал фактически в одно движение. В одно, ровно. Сейчас я думаю, что на повторе мы с вами это будем смотреть. Сверхубедительная победа. Да, и причем, кстати, вот Павел был чемпион мира по универсальному бою. Денис Витальевич Клопнев, как раз президент Академии России, он выступал по этому виду и даже выиграл очень сильный турнир СИЗМ. Это, так называемый, чемпионат мира среди вооруженных сил. Ну, по армейски. Павел, на самом деле, очень субъединительный боец. Очень показательный момент. Здесь судья успел крикнуть. Верхней работой. Нет ответа. Расцепили руки, стоп, а он уже спит. Вот тоже есть бойцы, которые сдаются. Есть бойцы, которые засыпают. Руслан Аджафалиев оказался из второго типа. Да. Свои последние 5 боев, я имею в виду не только по профессионалам, но и по любителям, я очень много выступаю по опыту. По свои последние выступления за полгода, это около 5-7 боев, я закончил все досрочно в первом раунде. Я был уверен, что бой этот закончу досрочно в первом раунде. Вопрос только как, нокаутом, как был сделан первый удар, либо удушающим приемом в партере. Когда тянешь соперника, растягиваешь, пристреливаешься, это бои без правил, здесь каждый удар последний, поэтому... Что тянуть, когда за хвост, судьбу за... Сразу решаем. Говорю огромное-огромное спасибо, так что самое главное, каждый раз я знаю, что большинство болельщиков в каждом моем бою желают мне не победы, а желают, чтобы не было травм. Не у меня, желательно, чтобы и моего соперника, так как у всех, все дома ждут, семьи, девушки, спасибо им огромное за поддержку, за то, что дают эти эмоции. Спасибо.